Начинаем концерт солистки Молдавского государственного театра оперы и балета, лауреата Ленинской премии, лауреата государственных премий СССР и Молдавской ССР, народной артистки Советского Союза Марии Биешу. Партию фортепиано исполняет заслуженный артист республики Евгений Шендерович. Музыки. Стихи Шобера, перевод Райского. Шуберт, серенада, стихи Рельштаба, перевод Огарёва.
Шуберт «Куда» из цикла «Прекрасная мельничиха», стихи Мюллера, перевод Тюменева.
Шуберт, Аве Мария. Yeah.
Лист, как дух Лауры, стихи Гюго, перевод Коломийцева. Thank you.
Лист Канцона. Стихи Фрейлиграта. Перевод Коломийцева. Thank you.
начинаем второе отделение концерта. Михаил Иванович Глинка, стихи Александра Сергеевича Пушкина. «Я помню чудное мгновенье». Чайковской, стихи Сурикова. «Я ли в поле, да не травушкой была». Thank you.
Рахманинов, стихи Пушкина. «Не пой, красавица». Yeah.
Рахманинов, стихи Галиной «Как мне больно». Верди, Ариоза Дездемоне из оперы «Отелло».
гневно. И смотришь на меня ты с такой тоской душевной. Но в чем же я виновата? Ария Лауреатте из оперы Джанни Скики. Oh!
Эрнест Шассон, романс «Бабочки». Где поют бабочки, снежинки?